Всем привет, друзья! Гепарды, затратив много энергии на поимку добычи, вынуждены были оставить ее гиенам. Но радость последних продлилась недолго, так как в дело вмешался лев. Не приложив фактически никаких усилий, лев обеспечил себя калориями на несколько суток. Наверное, ни для кого не будет секретом, что у гиен сильно развит матриархат. Между гиенами выстроены очень строгие иерархические линейные взаимоотношения. И даже во время поедания добычи эти животные продолжают выяснять отношения. Вцепившись острыми клыками в бедро подростка зебры, гиена пытается нанести как можно тяжелее травму малышу, чтобы в дальнейшем без проблем отрывать куски плоти еще от живого травоядного. Львы, оставляя без присмотра свою добычу, всегда рискуют остаться голодными. В этом случае кошки вовремя вернулись, отстояв то, что принадлежало им. Мало кто знает, но лев в течение своей жизни убивает более 100 гиен. Для этой гиены все закончилось как нельзя лучше, благодаря усилиям всего клана. Здесь обезумевший клан гиен едва не затоптал львицу, напирая со всех сторон. Но, услышав злобные крики гиен, Прайд вовремя подоспел, вырвав из объятий смерти эту бедолагу. Друзья, если вам понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.